Чехия активно поддерживает Украину. Чехия один из самых больших украинских партнеров. Они стабильно помогают вооружением, они стабильно помогают по гуманитарным вопросам, по политическим вопросам. И сегодня мы можем называть как раз Прагу одним из главных союзников Украины в Европе. 3 ноября Комитет по иностранным делам парламента Чехии признал российский режим террористическим. 15 ноября Нижняя палата парламента приняла резолюцию, в которой назвала террористическим российский режим. Мы видим очень последовательную позицию со стороны Чехии и очень понятные заявления касательно России. Сейчас проголосовала Нижняя палата, после этого еще должна пройти Верхнюю палату. Кроме этого, чешские депутаты поддержали инициативу создать специальный международный трибунал для судебного преследования за преступления во время войны. Подобные решения даются Чехии непросто. Она одна из нескольких стран Евросоюза, которая сильно зависима от российских энергоресурсов. Знаете, есть фраза, когда разговор идет о чести семьи, вопросы денег неуместны. Да? И в этом плане, да, они от нефти зависимы, так же, как и Венгрия. В итоге, как уверяет эксперт, все очевидно идет к тому, что Чехия признает Россию страной-спонсором терроризма. Осталось лишь немного подождать. После принятия большим количеством стран подобных резолюций и, в принципе, законодательного признания России государственного спонсора террориста, то терроризма, им будет вообще, в принципе, невозможно рассказывать какие-то сказки по поводу вымышленных нацистов, вымышленных террористов. Например, Литва, Латвия и Эстония уже официально признали Россию таким государством. Эксперты сходятся во мнении, что неспроста именно постсоветские страны первыми и громче всех выступают против российского террора. Страны Балтии, Польша, Украина, теперь Чехия, Болгария, Хорватия, очень многие страны, которые были облагодетельствованы Советским Союзом, которые там на Руси сейчас удивляются. Ну как же ж так? Мы же Прагу освобождали, а они так нас теперь не любят. Так вас не любят, потому что вы не освобождали, вы ее реоккупировали. Если в мае 45-го в Праге встречали действительно с любовью, то в 68-м году встречались со страшной ненавистью. Россию действительно много кто не любит, и чем ближе к ней находятся, тем больше. Все соседи не любят Россию. Почему-то. Может, россиянам стоит задуматься. Война в Грузии, две чеченские войны, дагестанская война. Все очевидно. Но вот по-другому выходит со странами, которые находятся дальше от России. Почему? Потому что они не до конца понимают, что такое Россия. Чем меньше было в стране русских солдат, тем больше там, ну, как бы, пиетет к России. Но не стоит думать, что какие-то страны питают любовь к России. Все понимают, что она агрессор. Давайте не ожидать раскола Европы по принципу отношения к России. Россию все равно все понимают, но просто кто-то больше, кто-то меньше. Именно поэтому Россию и признают страной-спонсором терроризма. Например, в США Сенат потребовал это сделать. Хоть прямо сейчас там и не готовы к такому решению, но эксперт уверены, что оно будет принято. Инициативы, которые мы видим в балтийских странах, в Восточной, Центральной Европе, это кирпичик за кирпичиком создается тот фундамент, чтобы в принципе в конечном итоге и Соединенные Штаты Америки поддержали и также у себя признали Россию государственным спонсором терроризма. Чем больше стран официально признают прямую связь России с терроризмом, тем легче Украине будет потом восстанавливать страну. Российские олигархи, российские государственные структуры имеют сбережения по всему миру, да, вклады, инвестиции, недвижимость. И вот признание любым государством, как раз вот России в юридическом плане страной-спонсором терроризма, замораживает все эти активы и дает возможность через судебные иски передавать российские деньги субъекту, который выигрывает суд. Потому платить за содеянное будут все. И чиновники, и обычные люди, и олигархи. Чем раньше они прекратят эту кровопролитную войну, тем меньше ляжет на их плечи. Никто этого не простит и не забудет. Нельзя просто так взять и развязать кровавую войну, а потом уйти безнаказанно. Мир такого не допустит.